У сьогоднішньому випуску «Спорт у місті Н» вправець фітнесу покаже та прокоментує досвідчений тренер, чемпіонка України та Європи з пауерліфтингу і фітнесу Тетяна Балашова. Здравствуйте, дорогі телезрителі! Сегодня мы опять с вами, моя помощница Леночка. Добрый день. Я Татьяна Балашова, тренер по фитнесу. Мы продолжаем наши тренировки. Сегодня они будут интенсивные, как всегда, суперсетами. Одеваем резинку. Она продается во всех спортивных магазинах, в любых, я думаю, она не очень дорого стоит. Одеваем под коленочки, на обе ножки. Становимся на коленочки. Опираемся на локти, чтобы убрать нагрузку с позвоночника. И начинаем подъем ноги в сторону. Поднимаем коленочку в сторону, максимально вверх-выше, Лена. Резинку все время оставляем натянутой, натянутой. Ложимся вниз, поднимаем ножки вверх. Резиночку уже поднимаем сюда, на щиколотки одеваем. Носочки на себя, коленочки прямые. Ближе к себе, ближе. Ручки возле попы. И начинаем в сторону пружинить, раздвигать ножки, все время оставляя резинку натянутой. Здесь мы уже прорабатываем и внешнюю поверхность бедра, и внутреннюю, и ягодичные мышцы. И последнее упражнение у нас сегодня – это пресс. Каждую тренировочку нужно заканчивать упражнениями для пресса. Опять мы берем гриф. Ложимся. Опорная ножка у нас согнута в коленочке, вторая свободная. Ручки максимально широко поставили. Опускаем гриф до того момента, пока у вас руки его выдерживают. То есть, если вы чувствуете, что они у вас падают, все, стоп. Удерживаем максимально низко над головой. И на выдохе поднимаемся вверх и тянемся к носочку. На сегодня наша тренировка окончена. До новых встреч!